Бля, не то открыл. Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем играть игруху под названием The Messengers. Ну, мы попали в какой-то грибной мир, как я понял. Так, вот этот враг мне что-то не нравится. Воу-воу-воу, теперь я понял, что он делает. Что, без шапки ты уже не такой крутой? Забычьи пески у нас. Не, ладно. Один раз коснули нормально. Вот это что не... Ух ты ж, ё-моё. Опасные, опасные. Чего? У меня там... если там нет была платформы. Но хил дали, ништяк. Тихо. Ух, получилось. Вниз, вниз. Бац. Не вижу сложности. Сохранение. Улети. Тебе что-нибудь нужно? Да, мне нужно улучшение чекнуть. Так, ну что мы там договаривались? На демона потратить или потратить на медитацию? Так, да. Демон. За спасение твоей жизни на 50% меньше. Черт. Ну, ХП тоже неплохо. Блин, ладно. 550, 400. Чатик. Изумрудный голем. И я все никак не поверю в то, что тебе удалось одолеть... тебе удалось одолеть изумрудного голема. У тебя была возможность разобраться в его мотивации. Это существо не было злым. Оно просто рыло ходы. Что? То есть оно убило скольких гонцов? В результате недоразумения. Ух ты. Так, о чем ты хотел спросить? Так, текущая локация, что это у нас? Добро пожаловать в иглогрибную топь. Не говорил еще никто и никогда. Да уж, зловещее место. И не говори, мне как-то довелось искать там в грязи один артефакт. Сдался я очень быстро. Что случилось с этой локацией? Легенда гласит, что когда-то ею правил чудовище по имени Первобытный Страх. Но потом некая храбрая монахиня одолела его. Оба и вправду были очень сильными, но испуская последний вздох... Первобытный страх навеки проклял монахиню. Проклял? Легенда также гласит, что монахиня и по сей день бродит по топе, превращаясь всех прохожих в грибы. О, здорово. Никогда не знаешь, есть ли во всем этом хоть слово правды. Ну да, я на твоем месте прибавил бы шагу. Есть тебе что-то мне рассказать? Ну конечно, вот тебе одна история. Жил-был один гонец, который все просил рассказать ему историю. Да, ему следовало продолжать свою чрезвычайно важную миссию, но он все не мог успокоиться. Лавочник, живущий во вневременной пробеле, поддерживал связь со всеми эпохами и поначалу был рад поделиться мифами и легендами, которые услышал за десятки лет странствий. Увы, гонец не способен был оценить мораль этих историй, а лавочник решил, что с него довольно. Конец. Нет, мне нравится твоя история. Ну уже. Может быть позже? Посмотрим. Эх, не хочет он мне рассказывать истории. Вот жаднюга. 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 Так, а я такую же платформу где-то там видел. Где-то тут я видел такую же платформу. Вот здесь.
Ай, бля. А если я утону? Или я сдохну? Не, я думаю, я сдохну. Слишком большая вероятность. Бля, как тогда туда попасть? Проход с той стороны где-то. Так, мани, мани, мани. ТПМ. Погнали. У меня как раз... Блин, вот понимаете, просто смысл? Даже если я не умру, да? Я могу этого не покупать. То есть, в принципе, нахер мне нужен. Давайте я лучше соберу 550 и куплю... Блин, косарь. Блин, ну это такое, знаете... такое специфическое, то есть... Я и могу купить, и в тот же момент оно мне нафиг не сдалось. И фиг пойми, что выбирать из этого двух. Тупые грибы. О, нихера себе. Что-то новенькое. Красные демоны. Пилоч, я думаю, ставлю. Мально. Так, а вот здесь нужно немного разобраться. Отлично. Блин, да, я, получается, один не соберу все-таки этот кристалл. Хотя бы интересно, что он даст. Тупой шляпочник. А, шаряпка. Да, походу, я просрал. Не достанет, окей, нормально. Ай-яй, ладно. Так, это что-то у нас уже новенькое. Но я это замечу ломать не могу. На, все-таки просрал. Ту фиговинку. Даль. Жалко, жалко. О, хил, стоять. Блин, я даже не знаю, может пойти вернуться. Да возвращаться далеко. Ух, успел. Ладно, так, он мне, скорее всего, хочет что-то еще, да, рассказать? Чатик у тебя... Нету. Я думал, расскажет про босса. Ну, шкаф мне рано еще открывать, это точно. Зараза. Птица эта сраная. Ай-яй-яй. Да ё-моё! Ох ты ж ё-моё. Ха. Тихо. Отлично. Хил можно?
Так, ну, в принципе, у меня 500 есть. 500-ка есть. Поэтому, я думаю, можно идти... Ах, ты ж зараза. Вот как он себя ведет. Блин, а назад? Блин, ну я не хочу назад идти. Эх, да, жалко, жалко, но все же. Так, готов, вниз. Ты чё застрял? Так, сохранение. Тупые грибы. Так, я не тупой, поэтому... Делаем таким образом. Бля. Я теперь понял, что сейчас буду делать. Почему он не прыгнул? Я сейчас сдохну. Почему он не прыгнет? Что за фигня? Там что-то есть, это точно я знаю. Я это даже не знаю, а чувствую. Пиздец. Так вот, что мне нужно было сделать. И мать. И как вы мне... Там шипы! А, легкость, степень айхомобии пошла бы тебе на пользу. И серьезно, посмотри, что это значит. Знаешь, что это значит? Что я сейчас сдох. И зря я сдох, потому что там ни хера нет. Хотя, а почему я... Что это релиз за дерьмо? Копья. Шипы вообще не пропадают? Я сейчас немного в недоразумении, ну ладно. Посрать, ним хп справлюсь. С одним хп справлюсь. О, я не могу зацепиться там. Так, нужно так спрыгнуть и не сдохнуть. И не сдохнуть при этом. Готово. О, я уже фулл хп, нихера себе. Ой. Я
когда... Где это я отхилился? Так, поехали. Первым делом куплю. Улучшить. В смысле? Вы что, издеваетесь? Мне, чтобы вот это купить, нужно вот это вкачать? ГГ. Ладно. Чатик, босс этого уровня. Берегись, я ощущаю впереди присутствие павшего. Павшего? Так мы называем гонцов, чей путь к цели завершился трагическим. И чья сила попала под тлетворным влиянием демонической магии. Почему ты вдруг стал таким серьезным? Потому что нет ничего серьезного, сбившегося с пути гонца, которого готового вот-вот наброситься на тебя. А судя по этим рассказам о монахине, если это и прав, да, самая монахиня. О чем ты говоришь? О том, что тебе ждет битва на равных. Удачи. Битва на равных, но у меня сюрикешки есть, поэтому изи призи. Блин, ну вот это серьезно, я сейчас тупанул с медалькой. Жалко, что я потом возвращаться не смогу. Кольца, за кольца скорее. Так. Похоже, у нас тут незваные гости. Тебе лучше уйти, там место прямо-таки кишит монстрами. Ой, мой иглогриб, напугал тебя. Так это правда? Ха-ха-ха, тебе не нравится моя армия? Что ж, очень жаль, ведь скоро ты к ней присоединишься. Погоди, это свиток? Неужели это... Нет, невозможно. Преклони колени перед королевой и прими проклятие, игл. Садамаза, немного садамазы. Ой, я немножко гриб. А можно приземлиться? Вот зараза. Век. Век. Блин. Нихера себе. У меня одно хп. Нет. Ладно, я хпшку взял. Ух, я успел. Уху-ху-ху. Так, погоди-ка минутку. Ты вообще кто? Я Иглблб. Иглблб? Какое-то бессмысленное имя. Почему я никогда тебя не встречал? Меня изгнали много лет назад, когда меня прокляли вместе с моим гонцом. Этот голос... Может быть, ты... Бериус? Еще бы. Пока малявка. Окей. Джиджи? Горячие скалы. Ну что, блин, сейчас славой, да, связан у нас. Ну что, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.